С апреля на базе СОШ номер 1 города Ленска объявлен набор учащихся 9 классов на профильный Роснефть-класс, действующий по системе школа-вуз-предприятие. Что же это за класс и кто будет иметь возможность туда попасть? Смотрите далее. Сегодня первый в республике Роснефть-класс создает дочернее предприятие Роснефти Тасюряхнефтегаздобыча в Ленске. По конкурсному отбору компании Роснефть-класс начнет свою работу на базе первой школы города Ленска. У первой школы есть уже опыт работы, они же с ТУСУРом долго работали, у них были такие успешные классы, да, и заканчивали, и получали сертификаты, им давалась возможность поступления в этот университет, поэтому у них есть большой опыт работы, есть желание работать, поэтому мы надеемся, что у них что-то получится. Роснефть-класс – профильный класс для тех, кто решил готовить себя к профессии нефтяника со школьной скамьи. Обучаться в классе будет возможность у детей, которые успешно пройдут психологическое тестирование, а также ребят, имеющих по окончании 9 классов аттестат, средний балл которого не меньше 4. А также у них должны быть хорошие или отличные оценки по профильным предметам, таким как математика, физика, информатика. И у них будет углубленное изучение вот именно этих предметов, физико-математических, естественно-научных предметов. Будут заключаться договоры с учителями, и, возможно, какую-то часть предметов учебного плана будут уже обучать преподаватели извне, ну, то есть приглашенные преподаватели, которые будут работать. Через неделю представители Тасюряхнефтегаздобыча проведут собрание для родителей и детей, заканчивающих 9 классы, а в Ленске их порядка 400. И только 25 из них получат возможность обучаться в Роснефть-классе. Занятия начнутся с 1 сентября 2016 года, а запись идет уже сейчас. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.